сегодня последнее воскресенье лета, и мы решили съездить в загородный парк. Да. Транспорт веселенький, да, Сереж? Там автошкола, и плохо видно, сейчас поближе подойдем, веревочный городок. Где тут динозавры-то хоть? А вдруг есть? Сейчас пойдем искать. Да.
цены супер. Чего? Еще и льготники есть. Стадион уже весь оброс. Такое ощущение, что им не очень пользуются. Девушка одна только на велосипеде каталась. Отошли немножко в сторону от парка, в лес. Нашли вот болото. Спугнули какую-то птичку, не успела снять. Ну, где-то вон оттуда, из середины вылезла. Динозавров не видать пока. Да. Там... Тут у берега заболочено, а там дальше нормально уточки. Плавают. Плавают уточки. На лодках можно покататься. Еще какие-то водные развлекухи. С другой стороны заход. Подойдем поближе, посмотрим. Из парка пошли в лес по асфальтированной дорожке. Тут вышли на речку. Есть впереди валки. В волейбол играют. Лавочки есть. Песочница. Сейчас займем одну лавочку. Посидим, покушаем. Ну ты чего, как сосиска? Уголочек спорта. Минутка спорта. Все? Чуть-чуть покушали, сейчас пойдем обратно. Есть станция. Спасательный пост водоема глубокая. Не хухры-мухры. Тут вот тоже уточки плавают, только их сейчас не видно. Попик. Попит за светофоре во Владимире 90 рублей стоит. Это уже какая-то реклама получается. Оборудован пляж. Лежаки. Вот мы погуляли. О, еще одна, еще одна маленькая. Надо это пережить. Не знаю, кто эту трубу закопал, с какой целью, но вот они есть. И сосны тут какие-то волшебные. 2 года назад перед Новым годом ездили, решили дома новогоднюю атмосферу создать. Наломали веточек, на кухне в комнате поставили. Пока ехали, они так пахли. Дом поставили, в вазы, все, никакого запаха нет. Не знаю почему. Так что вот,